Постоянная экспозиция Средней Поволжья на перекрестке эпохи цивилизации Ульяновского областного краеведческого музея представлена реконструкцией дома периода Волжской Булгарии. Рисунок выполнен художником Соколовым в 1957 году. Он был участником Куйбышевской археологической экспедиции Института археологии Академии наук СССР под руководством Алексея Смирнова, который исследовал Криушинское второе городище. В результате раскопок было исследовано несколько интересных объектов, одним из самых значимых из которых был как раз вот этот вот был дом, или точнее полуземлянка булгарская 11-12 веков, которая сгорела во время пожара. Вследствие этого многие вещи, которые в доме хранились, они остались внутри этого дома. Некоторые из них, например, такие как хлебные зерна, даже обугленные, сохранились, пролежали в земле более 1000 лет. Если присмотреться на реконструкцию полуземлянки, то можно увидеть, что на переднем плане на лавке стоит кувшин. Такой же кувшин находится в экспозиции музея. Вообще гончарство в Волжской Булгарии достигло очень больших высот. Булгарская керамика отличалась очень высоким качеством. Не только качеством, но и формы булгарской керамики очень гармоничные. И нередко ее даже сравнивают с позднеантичной. Постоянная экспозиция Средней Поволжья на перекрестке эпохи цивилизации – множество уникальных археологических находок. С некоторыми из них мы вас еще познакомим. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.